Это случилось много лет назад. Я повзрослела. У меня появились новые друзья. Но проблемы на этом не закончились. Меня зовут Фелла. И я заканчиваю старшую школу. Привет, мам. Доброго утречка. Я иду в школу, так что можешь не беспокоиться за меня. Бу. Лет, зачем так пугаешь? А где твой рюкзак? Дома. Ну ладно, я поделюсь с тобой учебниками. А ты знаешь, что у нас скоро новенький появится? Нет, не знала. Мне вообще-то как-то неинтересно. Все с тобой понятно. Так, стоп, Фелла, сколько сейчас времени? А зачем? Как ты думаешь, мама меня убьет? Надеюсь, что нет. Тем временем... Привет, Эмили. Может, пустишь меня? Ладно, проходи. Ну, и что тебе нужно? Просто я решила проведать тебя. Не ври. Ладно, подловила. Помнишь то обещание, которое ты давала несколько лет назад? Нет. Ну, Эмили, пожалуйста, она мне нужна. Я же сказала, нет. Вообще, почему ты должна решать за нее? Она же уже взрослая. Ладно, я поговорю с ней. Спасибо и еще раз спасибо. Блять, у меня ноги болят. Ненавижу физру. О, смотри, новенький стоит. Ну, в нем нет ничего особенного. Главное, почему он пришел только к пятому уроку? То есть, мы тут умираем со скуки, а он развлекается? Ты согласна, Фелла? Кто-то влюбился. А вот это уже неправда. Да-да, конечно, так и быть, поверю. Ладно, пойдем, а то мы опоздаем. После школы. Пока, Фелла. О, привет, мам, ты чего-то хотела? Да, можешь подойти на кухню. Хорошо, уже иду. Так, и о чем ты хотела поговорить? Фелла, раньше я была путешественником по вселенным и во времени. Мам, может, хватит шутить? В общем, из поколения в поколение каждому из нас дается такой шанс. Ты думаешь, я поверю в это? Нет, я говорю серьезно. Ну что, ты согласна? Конечно, это ведь моя мечта. Ладно, поговорим завтра.